Еще один способ покраски. Это разводим нужный краситель в емкость с водой. И уже пройденную сверху тонким слоем лака, липку, просто окунаем. И получается у нас вот такая необычная расцветка плитки. Без кисточек, потираний и всего остального. Тонкий слой лака. Сейчас я немножко поделю. Мы берем, разводим акриловый лак 1:4 водой. Ну, то есть одна часть лака акрилового 4 частями воды. После чего отжимаем лишний лак из шубки нашего валика и проходим, сильно не усердствуя, тонким слоем, чтобы лаком были закрыты верхняя часть плитки без глубокого проникновения. Дальше ждем 5-10 минут, пока лак впитается и подсохнет, и после чего приступаем к покраске.